Глава американского производителя электронных сигарет подал в отставку на фоне серии заболеваний среди курильщиков. Причиной стали недавние скандалы, связанные с расследованиями регуляторов в отношении рекламных кампаний, направленных на несовершеннолетних. Федеральная прокуратура Калифорнии начала расследование уголовного дела в отношении Кевина Бернса. На этой неделе стало известно о смерти еще двух человек, употреблявших вейп. Таким образом, общее число погибших достигло 10. Всего зарегистрировано более 1500 случаев заболеваний среди курильщиков.